У нас появляется комплект «Серебряное кружево». 2990 рублей. 63-401 номер этого лота. Какие здесь драгоценности? Ну, ты знаешь, здесь драгоценность вообще само украшение. Это, во-первых, но самое главное, конечно же, это металлы. Во-первых, основа – это металл под названием серебро. 925-й проба. Очень высокая проба металла. И второй металл – это родий. Родий – это металл уже платиновой группы. И именно он делает ваши изделия такими гипоаллергенными, износостойкими. И вот дает ему вот то самое зеркальное, как я бы даже сказала, бриллиантовое свечение самому металлу. И, да, конечно очень... же, сразу же бьет в глаза, прям, знаешь, вот сложно оторвать. Это огромные, роскошные фианиты, которые, знаешь, вот они полностью огранены, как бриллианты. И я вижу, что здесь, я сначала даже сказала карат. Это огранка крупного камня, вставки, да, центральные? Здесь и маленькие камни, и центральная вставка. Это, конечно же, вот, знаешь, классическая бриллиантовая круглая огранка. Сейчас более подробно будем разглядывать наше кольцо. У нас сегодня представлен широкий размерный ряд 17-го размерчика есть наличие до 22-го. С половинками, также половинки тоже у нас есть, имеется, но всего 45. Всего 45 таких комплектов. Комплект «Серебряное кружево». Очень часто, Диан, я останавливаюсь у витрин с серебряными украшениями. Но вот чтобы вот так зацепил комплект, бывает крайне редко. Ну, ты знаешь, здесь потому что сочетаются и тонкие филигранные линии вот этого, знаешь, кружевного завитка и большой, крупный, роскошный. Хочется сказать, бриллиант у меня прям срывается с губ. Нет, это великолепный фианит. Ты знаешь, сколько бы стоил, например... Ну, хотя бы просто только вот такое кольцо, вот точно такого же размера, чтобы был бы бриллиант. Потому что здесь идет не карат, здесь идет 1,3. Ну, здесь 1,3. Скажи нам цену, сколько бы стоил бриллиант? Кольцо такое с бриллиантом стоило бы около 1 000 000 рублей, я вам сразу могу это сказать. Серьги пришлось бы продавать. Ну, фактически, да. А если это был бы комплект, то, ну, считай, ну, двушка в Москве как минимум. Да, и вот, честно, как приятно. Знаешь, вот сейчас я одела, мне очень комфортно. И при этом я тебе могу сразу сказать, что ни один человек, даже с ювелирной лупы, хотя вы никого так вот не допустите, я думаю, к вашей руке только чтобы ее целовали, как минимум, не сможет отличить фианит от бриллианта. Потому что сейчас настолько высококачественные, идеально чистые фианиты, что когда в них попадает свет, они отражают его намного лучше, намного ярче, намного сочнее любого бриллианта. Давайте замерим центральный камень. Потому что когда я говорю в каратах, я боюсь, не все понимают. Давайте чтобы... Вот так вот откроем сейчас, чтобы вы увидели. У нас получается диаметр кольца, вот именно диаметр камня, 8 миллиметров. 8 миллиметров, что соответствует 1,2 карата. То есть это действительно огромная, шикарная каратность. Высоко поднят камень, он полностью открыт свету. Вот сколько у нас в него попадает, видишь, как он играет? Точно так же он отражает свет. Это действительно по-настоящему, вот это ювелирное украшение, его приятно держать в руках, его приятно носить, его, вот хочется его гладить, немножечко начинаешь чувствовать себя, знаешь, как царь Кощей над златом чахнет. Ну, вот примерно то же, вот ощущение, что вы держите в руках драгоценность. Не бижутерию, это серебро 925-й пробы, это родий, это металл платиновой группы и роскошный бриллиантовый блеск фианитов, который вот, ну вот у меня прям срывается с губ бриллианты. Слово. Но ничего не могу с собой поделать, потому что настолько идентично, а даже порой и превосходит. Пополните свою коллекцию именно таким потрясающим комплектом серебряное. Вот роскошь действительно. 63-401 номер этого лота. Оплата только после получения. Для любого бюджета. Вот такая роскошная ювелирная коллекция. И мы говорим не о бижутерии, мы говорим о серебре. И вообще серебро сейчас самый популярный драгоценный металл. Его выбирает большинство женщин для того, чтобы каждый день украшать себя. Диан, ты знаешь, в последнее время я тоже приобретаю в основном только серебряные украшения. Во-первых, по цене, да, доступно. Роскошь доступная. Ну, а во-вторых, потому что из золота все-таки тяжело носить. Серьги оттягивают ушко. А вот здесь серебро более легкий металл. Ты знаешь, есть еще одна прелесть. Ювелиры очень любят экспериментировать и создавайте шедевры именно в серебре, потому что, во-первых, это шанс того, что каждая женщина может себе этот шедевр позволить. Потому что, ну, естественно, вот ну, сама понимает, что вот такой комплект, который был бы аналогичен по стоимости квартиры, да, ну, очень тяжело себе позволить. А
если есть возможность серебро увидеть с такими роскошными кубическими, вот именно вот фианитами, которые, знаешь, вот блестят, как настоящий бриллиант, то, конечно, это приятно себя порадовать просто так, вот по случаю пятницы. Сейчас я специально открыла сережечку, чтобы вы смогли увидеть. Во-первых, у нас здесь идет классический английский замок. Очень удобный по посадке штифт. Сейчас я замерю вам штифт, чтобы вы смогли увидеть его. Полсекунды. Вот, у нас идет штифт 8, нет, даже 9 миллиметров. 9 миллиметров штифт. Плюс есть еще небольшой дополнительный выступ в 1 миллиметр, который закроет зону прокола. Сама по себе серьга тоже достаточно заметна. И заметна она не только за счет крупного камня, но и за счет того, что сама по себе серьга достаточно, ну, такая вот увесистая. Вот смотри, почти 2 сантиметра. 2 открытый сантиметра. Камень как сверкает. Да. И камень, ты правильно заметил. Мне очень понятно, что ты сразу это увидел. Вот я сейчас поверну вот так вот камень. Вы видите, что он полностью пропускает свет. Он идеально сверкает. Это действительно, во-первых, свет, проникая в камень со всех сторон, начинает играть и отражаться. Это называется словом дисперсия. То есть игра света максимально. И сейчас я очень хотела бы вот эту серьгу, опять же, ну я все за себя примеряю, ну женщина я до мозга костей. Но давай сейчас я примерю сережечку на себя, чтобы вы смогли увидеть, как, ну, во-первых, как оно шикарно будет смотреться. Мы уже увидели его на роскошной блондинке. А во-вторых, без зеркала она надевает очень легко и просто. Английский замок. Вот, девочки, когда вы одеваетесь с английским замком украшения, вы можете даже не волноваться. Вы одели, и вам хорошо. Во-первых, удобная посадка. Мне комфортно. Мочку не пережала. Серьга никуда, хотя камень крупный, но серьга при этом никуда не завалилась. Она сидит ровно. И смотрится комплект очень дорого. Вот на мне, казалось бы, достаточно ярко и без этого украшения. Но вот одеваю я роскошные каратники вот здесь и вот здесь, и все, королева. Надевайте и вы, будьте королевой, порадуйте себя, побалуйте. Всего лишь 2990 рублей, меньше 3000 рублей. И представляете, какое у вас будет потрясающее настроение, когда вы наденете комплект, который действительно вам нравится, который запал в сердце.